благо Богу. Только счастливы будете, только благословлены будете. И, двигаясь далее, я хочу поговорить еще одну композицию, которая полностью живая. В этой композиции не используются подложки, потому что, наверное, основной целью, основной миссией моей деятельности заключается именно подача хомуса как древнеаутентичного инструмента. Потому что древнее, наверное, не придумаешь, но в сочетании с электронной музыкой он не менее прекрасен. Наоборот, открывается его какая-то новая мощная сторона, которая говорит о том, что ничего древнего не должно забываться, корни и мудрость предков мы сохраняем. Эта композиция называется «Поющие небеса», она шаманская, погружающая, и сейчас я хочу поделиться ей с вами. Все птицы, все животные, которые вы слышите, я исполняю с помощью голоса, это шаманские практики, они открывают действительно многие интересные вещи в жизни. А сейчас просто предлагаю погрузиться со мной в этот мир поющих небес.
пригласить вас потанцевать. Композиция шаманская, неошаманская. Композиция называется «Танец лун». И недавно было вот такое событие, да, все мы его заметили. И нельзя было не посвятить этому прекрасному событию, этому мегалунию, композицию. Поэтому сегодня приглашаю вас в шаманское путешествие. Композиция «Танец лун». Поехали, все вместе. Дом богатства. Композиция «Дух леса».
Thank you.
благополучия. Зажигаем всю ночь!